это такие слова, удивленные буквы, жмутся к строке, рассыпаются жухлой травой. Это такие слова, произносишь, и будто небо застыло в гортани водой неживой. Это такая пора, то штормит, то качает. Поговорить бы об этом. Да что говорить, если слова ничего уже не означают, если проститься уже тяжелей, чем простить. Столько любимых вокруг, разрывается сердце, словно не осень, а вечность вступает в права. Как наглядеться на все это? Ну как наглядеться? Время не вылечит. Это такие слова. Я помню все. У нее очень много стихов и прозы, связанных с ее детством. Ну, как у любого из нас. Все обращаемся в свое детство, и для нас детство самое счастливое пора. И она очень много возвращается в своих стихах, в своей прозе, в детство. И вот одно из этих времен. Я помню все. Никто не торопился, а мир был юным, теплым и живым. Мне было 6, и мир еще светился сам по себе, и я владела им. Еще никто в наместнике не метил, еще дышала вечность за плечом, как было просто думать о бессмертии, как было просто думать ни о чем. Я помню все, как птицы щебетали, как закипала в чайнике вода, как занавески в спальне оживали, и шли часы, не ведая куда. И первый луч ловил меня в постели, то было счастье, что ни говори. И как задорно ящички скрипели в комоде старом слева от двери. И отражался свет в небесной призме, и мир лежал, как азбука, в руке, где было все о радости и жизни, и ничего о смерти и тоске.